появилась новая идея открыть такую небольшую рубрику «Крупицы мастерства». Возможно, она будет интересна начинающим пчеловодам, пчеловодам-любителям, новичкам. Иногда у нас на канале будет выходить видео подобного плана из этой рубрики. Солнечная воскотопка. Как легко и просто и быстро повысить эффективность солнечной воскотопки. Ну, не скажу, что она много, но процентов на 5-10 сразу. Значит, это полусерьезный способ такой, однако он работает и действует. Значит, вот в данном случае здесь лежит немного мирвы черной. Это восковая крошка из-под мора пчелиного зимнего. То есть пчелы распечатывали рамочки, восковая крошечка. Вот я засыпал ее. Однако я заметил, что со временем воскотопка солнечная начинает работать хуже и хуже. Ну, немножко хуже, потом еще, не так перетапливает воск, не так разогревается. Значит, один из нескольких методов, как повысить ее эффективность процентов на 5-10 сразу. Минут за 10. Значит, сейчас я это все продемонстрирую. Жду море комментариев и лайков, а также не судите строго, как говорится. Возможно, кому-то понравится этот способ. Значит, нам в этом поможет вот такая вот мочалка, моющее средство и немножко воды. А все дело в том, что со временем стекло от перетопки воска становится таким мутным. Вот, через него плохо видно. Вот, по центру еще немного, а здесь уже хуже. Видать, брызги какие-то или испарения, или, ну, в общем, налет, жирный налет на стекле препятствует проникновению солнечных лучей, инфракрасного излучения внутрь и не так сильно разогревает вот эту вот платформу. Поэтому мы берем моющее средство и моем воскотопку. Так, вот так вот мы намылили стекло моющим средством и даем секунд 20-30, чтобы оно растворило жирные вещества, налет от воска. И дальше смываем чистой водой. Так, помыли и даем ей высохнуть. Значит, в конце видео я раскрою еще один маленький секретик. Еще несколько процентов это повысит эффективность солнечной воскотопки вот такой вот купленной. Даем стеклу высохнуть, чтобы не было испарения внутри. Оставляем на 5 минут его. Кстати, в это время обратите внимание, какого качества воск. Ярко-желтый. Светлый ярко-желтый воск. А это вот перетапливается. Ну вот. Теперь все очень чисто и качественно видно. Гораздо чище, чем было раньше. И воскотопка будет работать процентов на 5-10 более эффективно на солнце. То есть инфракрасные лучи не будут отражаться назад. В большей степени будут поглощаться. И обещанные еще 5% бонусных, как повысить эффективность. Значит, производитель вот здесь вот делает уплотнитель на эту воскотопку. Однако экономит здесь несколько вот кусочков. И в уголках получается сквознячок. Можно его доуплотнить, и это повысит еще эффективность солнечной воскотопки. Такой вот небольшой, почти серьезный метод повышения эффективности солнечной воскотопки. Кому понравилось, кому это поможет, ставьте лайк, пишите ваши комментарии. Благодарю вас за внимание. Можно подписаться на наш YouTube канал, будет такая же рубрика продолжаться, такие маленькие, маленькие советики по улучшению эффективности на пасеке в разных аспектах. Если вам нравится, особенно это может понравиться начинающим пчеловодам или новичкам, подписывайтесь на наш YouTube канал, жмите колокольчик возле подписки, будьте в курсе новых видео. Благодарю вас за внимание. Также можно проверить, посмотреть наш сайт пасека.in.ua. Там тоже очень много полезной информации для новичков, начинающих пчеловодов. И не только. Значит, внизу под этим видео будет описание. Можно нажать,
на линк и перейти на наш сайт. Благодарю вас за внимание.